В Махачкале задержан 53-летний житель поселка Ленинкент. Использовав поддельные документы, подозреваемый продал две однокомнатные квартиры. Предварительно мошенник разместил информацию о продаже жилплощади в интернете. И таким образом, заключив предварительные сделки, подозреваемый получил более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Мы решили продать квартиры, которые не сходились квартиры. Я поговорил с Магомедом, товарищем, чтобы он сделал документы на эти квартиры, чтобы продать их, чтобы можно заиметь деньги. Он согласился, сделал документы, мне принес на мое имя, я их продал. Какую сумму он получил, остальные какие-то я раздал долги. Вы как-нибудь скрывались от правосудия? Я скрывался, меня на розыск федеральном, подали в розыск федеральный, я скрывался. Я находился на улице Шамиля, 81, когда меня задержали сотрудники полиции.